разделяем семена на несколько фракций. Отходы, примеси и чистые. Именно такая ротация проводится на первом этапе подготовки семян. Необходимо определить чистоту партии, после чего можно приступать к процедуре проращивания. Нюансов много. Оптимальная температура поверхности стола 24 градуса. Необходим доступ свежего воздуха. А вот сквозняк может только навредить. На 5, 7, 15 день берут пробу. Если вдруг семена не проросли, сразу ищут причину. Это может быть загнивание, запревание, например. То есть это могут быть несколько причин. Мы обязательно вносим в карточку, то есть почему они не проросли. Потому что мы должны знать, почему такая, например, низкая всхожесть или высокая. Параллельно каждую партию проверяют на посевные качества. Если упустить этот шаг, зараженные семена или не дадут всходов, или не сформируют полноценные растения, что в дальнейшем приведет к снижению урожайности. Каждое семя смотрит под микроскопом на наличие паразитных грибов. Если есть отклонения, специалист вместе с документами пишет рекомендацию. Варится сначала, получается, среда чапика в стерильных чашках Петри, заливается среда чапика, и на нее укладываются семена сосны. То есть их 50 в каждой чашке. На одну партию по 4 чашки. Уже больше 20 партий семян прошли подобную проверку. В этом году сеять их начнут в апреле. Общая площадь 1500 гектаров. В Николаевском, Индинском, Майнском и Барышском лесничествах посадят сеянцы с закрытой корневой системой. Таких по плану должно быть не меньше 20% от общего числа. Весь семенной состав – это отличительная черта Ульяновской области и наших лесопромышленников. Это наши семена ульяновские, которые пользуются спросом в соседних субъектах на территории Приволжского федерального округа. Кроме того, хотелось бы отметить, что на сегодняшний день объем семян, заготовленный лесопромышленниками, позволяет нам охватить всю территорию Ульяновской области, и мы готовы к сезону 2022. В минувшем году регион стал лучшим среди субъектов Приволжского федерального округа в части лесовосстановления. План перевыполнен на 119%. В этом году темп работы планируют поддерживать на том же уровне. Александра Никитина, Артем Куранов, Управда ТВ.